Статистика заражения коронавирусом как по стране, так и в Краснодарском крае совсем не радует. Напротив, она заставляет задуматься о необходимости принять меры для предотвращения опасной болезни. Лучшим способом избежать заболевания является своевременная вакцинация. Для ее проведения используются все возможности. Помимо пунктов вакцинации от COVID-19 в медицинских учреждениях, в Славянском районе работает и выездная бригада медиков, которая помогает славянцам прививаться. Прекрасно, когда у людей есть возможность вакцинироваться на своем предприятии или в организации. Каждую субботу и воскресенье с 9 до 13 специальная медицинская бригада работает в центре города, рядом с центральным рынком. Она оснащена средствами индивидуальной защиты, термоконтейнером для перевозки вакцины. Перед прививкой врач обязательно проводит осмотр желающих вакцинироваться, измеряет давление, следит за состоянием пациента и после того, как введена вакцина. Заболевания очень коварные и сложные в лечении и в диагностике. Часто протекает со стертыми формами, особенно дельта. Прячется поджелудочно-кишечное какое-то заболевание. Поэтому я призываю всех вакцинироваться, и всех родственников я уже своих провакцинировала. И хочу, чтобы вы поняли, что это спасает жизнь. У нас стоит в «Газели» холодильник. Все меры, которые необходимы, мы соблюдаем. Вакцина сертифицированная. И, собственно говоря, мы сами тоже имеем сертификаты. О востребованности и необходимости такой доступной вакцинации свидетельствовала и небольшая очередь из славянцев, которая образовалась у входа в медицинский микроавтобус. Мы поинтересовались у сделавших прививку, как они оценивают эту инициативу. Отзывы были только положительные. Я очень занят, мне некогда. Я просто случайно шел мимо, увидел, все спросил, все проверили. Температуру смерили, давление. Молодцы, я очень доволен. Мне это сэкономило кучу времени. Я считаю, это очень хорошо. Все люди, которые не смогут посетить поликлинику, они могут пройти и сделать в машине. Потому что, чтобы обезопасить себя и свою семью, близких. Поэтому нужно провакцинироваться и быть спокоен. Прививку могут сделать все желающие при отсутствии противопоказаний. При себе надо иметь паспорт и медицинский полис. Выездная медицинская бригада поможет привиться тем, кто уже решил сделать это, но по каким-то причинам не находит времени прийти в стационарный прививочный пункт. Именно вакцинация даст возможность выработать коллективный иммунитет, который и защитит уязвимые группы населения от опасного заболевания. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».